Приветствую вас на канале Asmodee Play. Продолжаем играть Call of Duty. Итак, что у нас там? Церковь. Мы прошли. Что же ты нам преподнесешь на этот раз? Так, цитадель. Так, это вот у нас УСО. Мы продвигались к Парижу целый месяц, стягивая кольцо вокруг оставшихся в районе немецких сил. Но как загнанная в угол крыса, противник нанес последний удар. Давай, последний удар. Чтобы чего-то добиться, мы должны быть готовы ко всему. Например, работать совместно с британским спецназом. Что-то назревает. Согласен. Дэвис приехал. Разведка сопротивления сообщила о немецком поезде с ракетами Фау-2 для атаки на Париж. Дозаправка в Аржентане. У нас едва хватит времени выдвинуться на позицию. Остановим поезд. Вы проявили себя в Мариньи, и вам выпадает честь это сделать. Спасибо, сэр. Но, кажется, одного взвода будет мало. Работайте с британским спецназом. По Британии спецназ есть. СВАТ. Оу! Вам двоим, похоже, досталось. Не волнуйтесь, лейтенант. На вас тоже хватит. Во главе операции агенты Вивианы Кроули. Они давно работают с сопротивлением и знают местность. Вы в подчинении. Мы слышали о Мариньи. Здорово. Мы просто выполняли свою работу. И очень хорошо, но это только начало. Это не просто немецкий поезд с припасами. Это крепость на колесах. Наша связная Руссо должна помочь, но атака на сеть сопротивления может значить, что мы одни. Судьба Парижа в ваших руках. Ну давай еще раз. В наших, так в наших. Посмотрим. Как мы справимся с этой задачей? Так было, когда мы высадились на Веркоре. Устроили засаду на патруль. Ты просто старый романтик. Ну? Ладно, вот цель. Надо отдать должное краутам. Поезд прибыл вовремя. Не видел поезда больше. И брони толще. Это бронепоезд. Эти ракеты Фау-2 бьют на 200 миль. До Парижа точно долетят. Нельзя дать им их запустить. Впереди движение врага. Ладно, мы с Вивиан снимем их. Тернер, ты идешь сразу после. Давай, что это за вас? Раз вы с Сусманом так справились в Мариньи, вы поддержите их огнем. УЗИ. Давай. Ладно, пошли. Какой-то допотопный. Двигайтесь потише. Надеть глушители! Так, одеть. Ой, нет, на этого глушителя нету. Убери снайпера. Используй нож, Дэниелс. Давай. Оп. На! Отлично, Дэниелс. Опс. Убери офицера. После тебя. Стреляй в офицера. Превосходно. Неплохо. А что, глушители были? Подождите, подождите. Я хочу заменить. Давай, 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 давай. Это что, наши все войска? Тут кто-то есть? Аккуратнее, аккуратнее. Давай. Пошли. Куда? Молодец. Это кто? Вау, девчуля. Снайпер твой, Дэниелс. Так. А этих двоих? С того. А там никак, да? Ну-ка, дайте-ка на них посмотрю. Мне просто ради интереса. Так сказать, общеобразовательно. А эти стоят. Хрен остал. Чуть не спалился. Ладно. Цели изменились. Совывайся и иди медленно. Так. Хорошо. Ничего, если я здесь... Блин,
На. На. Сюда, 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 сюда. Да подождите вы. На. Подождите, подождите, подождите. Ой-ой-ой. Ничего мне насували-то. На. Подождите. Еще одна аптечка у меня. На. А тут без вариантов было, да, пройти-то? Куда, 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 куда? На, на. Подождите, подождите. Ой-ой-ой. А где аптечка-то есть хоть одна? Ага! А кто меня там? Ну ни хрена непонятно. Ну я аптечку где-то подобрал. Ладно. Не высовывайся и иди медленно. Блин. Вон он видит его. Значит, точно не посюда надо идти. Вот посюда надо идти. Правильно. Давай, давай, давай. Осторожней. Заметишь? Переходим. Сюда теперь. Вот так, вот так. Не успел подать знак. Ой-ой-ой. Давай, отходи. Ну давай. Так вот. Сойдет? Аккуратнее, аккуратнее. Я даже не знаю, кто здесь может быть. А почему я один пошел-то? Люди. Блин. На. Что у тебя? Патроны. Ай-яй-яй. Да тихо ты. Минутку. Тихо, тихо, тихо. На.
Так, перевязываемся. Давай. Кидай сюда. На, лови. Что у тебя еще есть? Бросай. На. На. С чем ты там был? С какой-то... Это какой-то пулемет. Ой. Так. Бросаю гранату. Еще что? Успеваю? Да хрен там успел. Я по плану не успевал. Давайте. Дэниел, вставай. Поднимай меня. Все под джипом, быстро! Че, я веду? Надо остановить поезд. Ну поехали. Вперед, вперед! Держись! Ни хрена не видно, тут и обзор-то не меняется. Блин. Так бы обзор бы хотя бы поменять. Держись! Ты его видишь? Чё вижу? Я вот ничего не вижу. Стараюсь. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Да подождите вы. Ну кто так строит-то? Ай-яй-яй. Не поверю, что с бронепоезда, ага, машинку такую не подбить было. Там столько орудий. Еще как расхреначили бы нас. Урон машины нету, да? Для машины. Мне главное поезд. Ага, все-таки за пулемет. Да. Ой-ой-ой! Ровнее! Кидай гранаты! А как вы гранаты кидаете? Надо попасть в голове поезда! Давай! Стреляй! Так. Я просто боюсь, они сейчас с гранатомета кто-нибудь на крышу выползет, и все, и нам хана. Подождите. На! О. Вытащи нас отсюда! Вот так вот можно было. Какая прелесть. Граната! И? Выкинул. Превосходно. Это ты как хотел остановить то поезд, я не понял. Дебил что ли? Ай, так я сматываюсь. Ага, а я? Успел. Что-то у тебя план по остановке как-то надежнее, как швейцарские часы. Еще и с топливом. Бум. Вот только не надо, если он сорвется, я бы вообще не выживу. Нифига себе, канистра, ой, канистра, цистерна. С топливом пахнула здесь. Все смешалось, кони, люди. Вот это битва. Вот это я молодец. Кстати, есть советский фильм, называется «Крепкий орешек». Там вот он... Поезд немецкий по лотку спустил ради бритвы, чтобы побриться. Комедия. Советская. Ну? Кто ты? Я не вижу тебя. Мне показалось? Неужели живы?
Это войдет в учебники. Надеюсь, что Стайлс заснял. Может, Персон теперь пособие надолго от нас отстанет. Берегись! За мной. Отведу вас к взводу. Давай. А ты вообще кто? Друг. Идем. Давай. Быстрее. Меня подними. У меня, смотрите, ни перелома нет, ничего. Мне нужна аптечка. Давай. Так, и сколько у меня там? Ой. Да я тебя не вижу даже. Подождите-ка. Опа, перевязался. Откуда ты в меня палил? Давай. Так. Чё? Так, смогу пройти? Давай перезарядюсь. Подожди. Ну и здоровье поправлю. Как раз. У тебя где-то наполовину оно. Аптечка-то поправляется. Да ты тихо. На. Пока неплохо. Давай. Сколько? На, куда ты? Куда? На. Тихо. Кто там остался там? Давай. Вот так, вот просто горы трупов тут. Какая-то кровавая игра такая. В этом месте получилось. Ну? Где еще? Тихо. Кажется, они уже близко. Ваш взвод здесь. Давай. Блин, аптечку мне дашь? У тебя есть аптечка? У меня аптечка. Нельзя тихо. Давай. Давай, ну все, переходим. Я вот. Вот и я. Вы меня заждались? Ау. Люди. Кажется, вы потихали этих людей. А, вы встретили Руссо. Она из Маки. Сопротивление. Она убила Краута, который напал на нас. Прекрасная дама. Хотя бы попытаться его допросить. Много возни. Он того не стоил. Я думал, ты все. Похоже, ты наделал дел. Поезд надо было остановить, не разрушить. Ага, мне очень жаль, но все пошло не по плану. А еще мы теперь переполошили все чертовы немецкие посты в округе. И уже пора двигать. Вот и все. Мы еще не закончили задание. Разве не так, майор? Вы должны нам помочь. Не знаю как, но нам с Цусом удалось пережить крушение поезда и даже встретиться с крутой французской девчонкой. Ее зовут Руссо. Она из сопротивления. Руссо заставила нас искать на месте крушения документы. Они были нужны для задания в Париже. И для нас у нее тоже дело нашлось. Самое интересное, там же ракеты несли. Почему они не затонировали? Мы выиграли для Парижа время. Захваченные нами бумаги позволят бойцам сопротивления проникнуть в самое логово нацистов. Я в деле. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Мы увидимся уже в следующем видео. Пока!